Привет! Посмотрел прошлое видео и понял, тема не раскрыта. Хотя, в принципе, так и планировалось, но неправильно это. Поэтому сегодня будем раскрывать тему дальше, разбираться с этой вот камерой Agfa Synchro Box. Прельщает она меня не тем, что она супер качественная, а тем, что она супер старая. И это что-то совсем другое, совсем другой, так сказать, опыт от того, что мы имеем. И эта камера получит вот такой подарок. Фотопленка среднеформатная, черно-белая, Ilford Delta 100 или 50, я еще не решил. Вот сейчас у меня есть соточка. Наверное, все-таки, если снимать на улице в яркую погоду, она будет пересвечена, но идет. Как бы эта камера рассчитана на фотопленку с ISO 50. И если мы сейчас будем разбираться с ней, скажу почему. Итак, общий вид мы уже видели. Два очень маленьких видоискателя, к ним два глазка здесь. То есть примерно как-то скомпоновать картинку в вертикальном либо в горизонтальном положении можно. Дальше у нас здесь есть объектив, и то, что спереди вот здесь стоит, это совсем не линза, это обычное стеклышко. Кстати, вот сюда абсолютно не налазят никакие фильтры, но есть пару идей, как мы эту камеру можем очень креативно использовать. Правда, в этой камере есть и пару сюрпризов. Скажем так, диафрагма здесь меняется, устанавливается. Давай посмотрим, как обычно, на органы управления. Итак, два глаза видоискателей, вот это вот объектив вроде как, да, и тут вот не линза, а абсолютно стеклышко. Сделано в Германии Agfa Synchro Box. Какой у нее тут год, сложно сказать. Сзади. Сзади у нас окошко, в котором можно видеть номер кадра для 120-й пленки. Он написан на ракорде, то есть на таком черном картоне, в который обернута пленка с одной стороны. Так, ну тут у нас чуть-чуть, видишь, потрепалось, но ничего не сделаешь. Годы берут свое. Сверху у нас есть вот такая вот ручечка. Смотри, такой вот получается женский небольшой чемоданчик, клатчик. Выглядит очень стильно, если честно. Значит, вот здесь у нас есть очень хитрая штука. В общем, вот здесь крепилась для нее вспышка. Да-да, для них тоже были вспышки. Но я не знаю, как можно было с этим работать, но как-то народ работал. Дальше. Рукоятка перемотки пленки, которая никак абсолютно не регулируется. То есть, никакого... Ты можешь всю пленку перемотать. Поэтому надо смотреть сюда в окошко, когда мотаешь. И как только кадр подходит, соответственно, то и останавливаться. Получается, у нас изображение здесь ширина 6, высота 9, 6 на 9, такой вот средний формат. Дальше. Все органы управления, ну вот у нас здесь, видишь, есть крепление под штатив, два штуки, вертикально и горизонтально, портретно и ландшафтно. И все органы управления это. Вот эти вот такие вот рычажки, это и есть главные органы управления этой камерой. Ну, хочешь верь, хочешь не верь. Значит, что здесь есть? Это просто уникально. Здесь есть один рычажок, рядом с которым есть точка и тире. В общем, азбука Морзе, натуральная. Он, естественно, переключается, соответственно, вверх и вниз на точку и на тире. Вот. И таким образом ты можешь устанавливать что, как ты думаешь? Да. Как работает затвор.
либо он работает в режиме бальб, то есть пока открыто, открыто, либо если вот этот вот штырек передвинуть вот так, то затвор будет открыт, пока ты держишь его открытым. Вот, смотри, как интересно, да, такие шторки достаточно интересные. Вот, ну, нам он как бы нужен внизу. Естественно, это все очень, не очень, так сказать, передвигается. Давай попробуем чем-нибудь, чтобы ногти не портить. И камеру не хочется портить, и ногти. Что у нас теперь? Вот, все переключилось, да? Видишь? Пролетает. Вот, затвор вроде как надежный. Хочется верить. Дальше. Диафрагма. Несмотря на то, что тут все очень просто, диафрагма здесь может меняться. Здесь есть открытая диафрагма. Вытягиваем вот эту полосочку до первого щелчка. Закрытая диафрагма, то есть меньшая диафрагма. И вытягиваем полосочку до следующего щелчка. Фильтр. Здесь есть фильтр, такой зеленоватый фильтр. Я потом, опять же, покажу. Вот, в принципе, и все. Просто настолько, насколько может быть только просто. Супер. Теперь поехали дальше. Как же эту штуку открыть? И что мы увидим, когда откроем? Значит, вот здесь надо надавить, тут шарик. И, в общем, с помощью небольшой силы. А раньше, похоже, народ был покрепче. Потому что все такое достаточно жесткое. Открываем. И в этой коробочке нет ничего, да? Казалось бы, абсолютно ничего нет. Там какое-то стекляшко виднеется. Между прочим, вот эта стекляшка уже объектив. То есть спереди обычное стекло, а объектив у нас здесь. И как заряжать пленку, скажите мне? Единственное, что тут напоминает о том, что пленка может быть, вот эти два ролика транспортных. Давай разберемся. Вот эта штука, по идее, должна выниматься. И вынимается она достаточно просто. Нужно достаточно потянуть вот этот вот колесико на себя. И вся схема у нас вынимается. И теперь мы видим внутренности камеры. Вот здесь катушки. А внизу пленка, сверху приемная катушка. Мне повезло, что катушка есть на месте. Если ее нету, тогда, конечно, нужно искать. Потому что пленка разматывается, катушка остается, да? И, соответственно, пленка опять ставится вниз, катушка переставляется вверх, и все это дело транспортируется и накручивается. Дальше объектив, одна линза, которую можно почистить с двух сторон вообще без проблем. Вот, растр, соответственно, у нас идет после раструб, вернее, после объектива до пленки. Пленка у нас становится здесь. Прижимной столик, кстати, вот он тоже есть с той стороны. Да? Аквафильм B2 написано, все красивенько. И вот, собственно, все. То есть объектив отдельно, а затвор отдельно. Вот у нас затвор. И давай сейчас опять же попробуем его открыть. Я тебе покажу, как эта штука работает. Значит, закрыто, открыто. Не знаю, видно ли. Давай уберем все темное отсюда. Вот. Объектив открылся. Теперь попробуем сменить диафрагму. Вытаскиваем наш супер штуку и видим, что диафрагма прикрылась. Дырочка здесь уже поменьше. Собственно, если сделать дырочку еще меньше, можно сделать из этого спокойно камеру обскуру. И вот у нас зеленый фильтр, да? Очень хорошо видно. Тоже можно использовать, в принципе, наверное, если я поставлю сюда сотку, то буду использовать либо с закрытой диафрагмой, либо с зеленым фильтром. Ну и есть еще мысль немножко проапгрейдить вот эту штуку, сделать более маленькую дырочку, использовать
все это дело как камеру обскуру, ну тогда придется здесь вот, наверное, линзочку удалить. Посмотрим. Не будем загадывать. Естественно, такую красоту портить мы не будем. Будет эта камера работать. Таким образом, вот так все это выглядит, так все это работает. Наверное, на сегодня все, потому что мы уже наговорили тут на добрых 12-15 минут. И смотреть дальше, как заправлять пленку, как готовить это все дело к работе, наверное, уже будет скучно. Поэтому будет еще одно видео. Мы эту камеру заправим пленку, зарядим пленку в камеру и пойдем снимать. А вот там уже будет больше, так сказать, движухи и будет больше каких-то интересных моментов. На сегодня все. Я надеюсь, я дал тебе возможность проникнуться чуть-чуть духом этой камеры, что это такое. Самая простая, среднеформатная мыльничка из всего, что может быть. Посмотрим, что с ней можно добиться. Сейчас, что я единственное сделаю, все вот это сухое, я чуть-чуть камеру почищу, обработаю и вот посмотрим, что уже после этого получится.